Детское радио представляет. В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница. Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки, это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала. Меня ждут Казань с Новосибом, Питер, Самара, Ростов. Какая большая моя Россия, в ней много красивых городов. Люблю путешествовать, в море купаться, вкусно поесть и в озера нырять, ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы. Глобус? Давай смотреть кино. «Властелин колец». Там такая история. О, знаю я эту историю. Ее придумал писатель Джон Толкин. А потом по его книгам сняли фильмы. Обожаю. Там эльфы, хоббиты, жуткое око, ну то есть глаз злодея Саурона, а еще горы, приключения. Лягушка, давай кино попозже посмотрим. А сейчас отправлю я тебя в путешествие. Хоббитов не увидишь, но прекрасную природу и приключения обещаю. Око тоже будет, только не жуткое, а самое прекрасное на свете — голубое око. Вот его-то будешь искать. Кручу, верчу. На каникулы лечу. Око, око, где же ты можешь быть? О, вот, нашла. Лягушка, все только началось, а ты уже нашла. Не может быть. Ну вот же оно, око, даже два. Взгляд какой-то колдовской. Это всадник на коне. Смотрит с высоты на город. Точно глобус о нем говорил. Так. Что-то такое я читала. Сейчас. Так. Вот. Это памятник Гесеру, герою бурятских мифов. Гесер – сын неба. Он защищает народ от чудищ и врагов. По легенде, он был добрым колдуном и шаманом. Гесер – гордость Бурятии, поэтому этот памятник и появился здесь, в Улан-Удэ. Ну, конечно, Улан-Удэ. Очень и очень красивый город. Это главный город Республики Бурятия в Восточной Сибири. О, что это за земли! Снежные горы Саян и быстрые реки, чистые озера и живописные таежные леса. А еще интереснейшая история и культура, в которые можно погрузиться. Тут можно пожить в юрте, переносном войлочном домике, покататься на конях и верблюдах и даже поучаствовать в шаманских обрядах. Гесер тоже был шаманом. А кто это такие? Шаманы – это люди, наделенные даром общения с духами. Вот как? А такие на самом деле есть? Ну, кое-кто в это верит. В Бурятии даже шаманские горы есть, а еще долина потухших вулканов. Потухших? То есть они не опасные? Совершенно не опасные, невероятно красивые и ни на что не похожие. Тут будто попадаешь на другую планету. На планету Бурятия. Квак, здорово! Здесь все уникально. В заповедниках сотни птиц и редких животных. В бурятской кухне множество необычных блюд. Тут можно увидеть великолепные датсаны. А что такое датсан? Монастырь-университет. Недалеко от Улан-Удэ находится знаменитый Иволгинский датсан. Удивительное творение. Несколько лет назад университет сильно пострадал от пожара, но компания «Газпром» помогла его отремонтировать. Датсан! И монастырь, и университет.
Наверняка там знают, что же это такое голубое око. Еду. Красиво. Храмы с резьбой. Ой, просто необыкновенные. Лягушка, ты чего замолчала? Ой, здесь хорошо думается. Вот я и думаю. Голубое око. Ой, может, это озеро? Ладно, садись в такси. Поедем в особенное место. Ух ты, море! О, нет, 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 это озеро. Озеро Байкал. И я тут была. Только... только с другой стороны. Точно, озеро Байкал. Одно из самых больших в мире. Находится между Иркутской областью и Бурятией. Это самое глубокое озеро на планете. По легенде, давным-давно земля здесь содрогнулась и разошлась. А внизу бушевал огонь. «Байкал! Остановись, огонь!» – кричали люди. Огонь угас, а трещина заполнилась водой. Так появился Байкал. Восхищенные красотой озера люди называют его священным морем и голубым оком. Нашла! Нашла! Лягушка вернулась. А чего у тебя глаза так блестят? Ах, глобус, я такое видела. Голубое око, Байкал. И дацаны, и вулканы. Сначала я тебе фото покажу, а потом кино посмотрим и будем к новым кваникулам готовиться. Меня ждут Казань с Новосибом, Питер, Самара, Ростов. Какая большая моя Россия, в ней много красивых городов. Люблю путешествовать, в море купаться, вкусно поесть и в озера нырять, ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы.